Здравствуйте! У каждого из нас есть много различных привычек. А ведь это бесчисленные ежедневные маленькие дела. Есть одна привычка, которая настолько укоренилась в нашей жизни, что мы не замечаем ее. Это покупка полиэтиленового пакета в магазине. Наверное, у каждого дома есть ящичек, в котором они хранятся. Ведь каждый раз, приходя в магазин, мы по привычке покупаем еще один полиэтиленовый пакет. А что с ними происходит после использования? Ответ прост. Казалось бы, пакеты из полиэтилена. Такая универсальная упаковка, которая не выйдет из обихода на протяжении многих лет. Но беда пришла оттуда, откуда не ждали. Такая удобная и надежная упаковка стала наносить окружающей среде огромный вред. Все в наших руках. И мы можем как сами избавиться от этой привычки, так и помочь другим. Все очень просто. Для этого нужно использовать вместо полиэтиленового пакета экосумку. Привет. Привет. Я вижу, у тебя есть экосумка. Расскажи, почему ты выбрала ее? Во-первых, это экологично. В среднем из магазина мы вносим 1-2 пакета с продуктами. Плюс еще пакеты, которые мы получили в магазине одежды. Это получается 40 пакетов в месяц. Представляете, 480 пакетов в год. В среднем пакет остается на нашей земле до 100 лет. Бывает и больше. Достойна ли эта плата за то, что пользовались им мы только 2 часа? Вторая причина – тканевые сумки – это удобно. Экосумка без проблем вмещает огромное количество продуктов. При этом она очень прочная и точно не порвется. Экосумку можно стирать в стиральной машинке, и вы всегда будете выглядеть опрятно и красиво. При этом она занимает совсем мало места. Ее можно аккуратно свернуть и положить в сумочку. Третья причина. Она очень экономичная. В среднем пакет стоит от 40 копеек до рубля. Казалось бы, мелочь. Но вы представляете, сколько полиэтиленовых пакетов скапливаются у вас дома. И вы все равно их выбросите. Не лучше ли купить экосумку один раз и надолго? Четвертая причина. Она очень модная. В отличие от простого, скучного и, признаемся, некрасивого полиэтиленового пакета, лучше купить экосумку. Признаюсь, она имеет свою индивидуальность. Увидел ее на улице и невольно улыбнулся. Экосумка – это классный, удобный и приятный способ помочь нашей планете никогда не болеть. Животным спасти их дома от горы пластика, а нам оставаться всегда в прекрасном настроении и знать, что мы делаем что-то важное.